Первые официальные фотографии Porsche Taycan Cross Turismo были представлены минувшей весной. А сейчас электрический автомобиль презентовали и широкой российской публике. Любопытно, что пятидверную версию Тайкана отечественные поклонники марки приняли чрезвычайно тепло. С марта, когда стартовал прием заказов, на долю новинки стало приходиться почти половина продаж этого семейства. По своим габаритам Cross Turismo практически копирует базовую модель. Он на символические 11 мм длиннее седана, а его колесная база на 4 мм больше. Но главное, что потолок над задними сиденьями автомобиля выше почти на 5 см, и этой прибавке определенно порадуются пассажиры. В остальном интерьеры не отличаются. В минималистичном салоне из качественных материалов атмосфера роскоши и уюта. Подойдет Porsche Taycan Cross Turismo и любителям активного отдыха. Багажник легко вместит пару спортивных сумок, а в каталоге официальных аксессуаров появятся рейлинги для крыши и крепления для велосипедов. При этом новинка готова ездить не только по ровному асфальту, ведь дорожный просвет относительно седана увеличен на 20 мм. Дополнить образ можно специальным оффроуд пакетом со щитками по краям бамперов. Кроме того, Cross Turismo имеет специальный ездовой режим гравий, в котором изменяются алгоритмы работы ABS, системы контроля курсовой устойчивости и распределения крутящего момента между колесами. Трехкамерная пневматическая подвеска достойно преодолевает неровности. Нужно лишь следить, чтобы не порезать низкопрофильные шины диаметром 21 дюйм. Два электродвигателя выдают при старте почти 500 сил, поэтому машина уносится со старта под пробуксовку всех колес. Хотя, конечно, для подобных упражнений сначала нужно убедиться, что на дороге больше никого нет. Аккумуляторы под днищем обеспечивают очень низкий центр тяжести, поэтому едет Cross Turismo практически без кренов, моментально отзываясь на действие рулем. А углеродокерамические тормоза имеют огромный запас эффективности. Что касается электромобильной составляющей, то Porsche сейчас имеет несколько вариантов зарядных станций для дома. А система Porsche Mobile Charger гибко регулирует подаваемую мощность, ориентируясь на пиковую нагрузку и использование электроприборов в доме. Сертифицированные дилерские центры уже оснащаются ультрамощными колонками мощностью 320 кВт, где всего за 5 минут можно пополнить запас хода до 100 км, а зарядка с 5 до 80% займет всего 22 минуты.